Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня хочу быстро рассказать о чудесных свечах. Впервые я услышал о их применении именно для лечения комплексно простатита. Они почему-то очень редко применяются, но я разговаривал конкретно с урологом. Он сказал, что это сейчас одни из лучших свечей от этой проблемы. Также эти свечи часто применяются и в гинекологии для женщин. Они обладают противовоспалительным действием. Главный компонент здесь – мелоксикан. Данные свечи можно применять длительно. Даже есть данные, что можно несколько месяцев их применять. Естественно, думаю, что нужно делать обязательно перерывы. Дней по 10. То есть принимаете их, например, 15 дней подряд, 10 дней перерыва. 15 дней подряд, 10 дней перерыва. Особенно они будут актуальны при затяжных хронических формах простатита, а также серьезных проблем у женщин в гинекологии, которые требуют очень длительного и кропотливого лечения сразу несколькими различными препаратами. Кстати, уролог сказал, что побочек у этих свечей практически нет. И он привел пример диклофенака, у которого очень много возникают потом побочных эффектов. Внизу я помещу дополнительную информацию, инструкцию под этим видео. Также эти свечи влияют и на другие болезни, то есть лечат другие болезни. Почитайте и обратите обязательно на них внимание. Вот и все. Будьте здоровы.